З усмешкой и на позитиве. У Гомеля прошли спаборництвы по кросс-триатлоне Кубок Полесья 2020. В областный центр приехали спортсмены из Беларуси, России и Украины. Наши корреспонденты побывали на турнире. Организовали турнир представники клуба «Желтая субмарина». Их мета – нагадать гомельчанам про триатлон. Тем больше, что в нашем регионе есть ведомые триатлонисты – Ксения и ее батька Евген Зиядиновым. Цікавость до этого виду спорту есть. У турнира удельничали больше за сотню человек не только из нашей страны, але и из Украины и России. Эти соревнования объединяют несколько видов спорта – плавание, велосипед и бег. То есть поэтому они собирают большое количество любителей, и на самом деле это те виды спорта, которые приносят максимальное здоровье, максимальное движение, открытый воздух и, в общем, один только позитив. У нас есть звук, есть музыка, есть точка питания, то есть на такой получился хороший open air, как модно сейчас говорить. Организаторы пропоновали спортсменам несколько категорий – классичный триатлон, дуатлон и трипл-микс. У традиционном варианте треба переодолеть плавальную, беговую и велосипедную дистанции. Их протяглость залежала от узросту спортсмена. 400 метров плавания, 12 километров на велосипеде и 3-километровый забег для дорослых и юниоров. Для юнаков и девчат дистанция у 2 раза коротей. Программа дуатлона включала 5 километров бегу и 12 километров велогонки. А вот представникам категории трипл-микс треба было пройти классичную дистанцию 3 старта, которые проходили один за одним без передыху. Многие спортсмены в этом году вырашили выйти на старт упершиню и трапили у лик переможцев. Да, в прошлом году я не участвовал, мы с семьей смотрели, очень понравилось, решили в этом году поучаствовать по полной уже, не дуатлон, а триатлон. Подготовка такая скомканная получилась, за месяц немножко поплавали. Так, в принципе, я легкий атлет, поэтому бегаю всегда. Велосипед тоже моя тема. Характерно, что 8-я частка удельников – это девчата и жанчины. Яны на роуне с мужчинами справлялись с этапами и крок за кроками шли до финишу. Сярод их пераможцей стала Дарья Флейтух, якая выступала на спаборництвах разом со своим батьком. Ну, вообще, я давно наблюдала в интернете, что есть такое соревнование, как Ironman, и там именно направлено большие дистанции, то есть там очень большие расстояния пробежать на велосипеде. Проехать. Хотелось попробовать чего-то как бы помягче, так сказать. И как раз вот попался Кубок Полесья. С папой сразу же решили участвовать. Это отличная тренировка, чтобы потом выйти на именно на непосредственно Ironman, то есть на более уже большие дистанции. По выниках первым финишовал Владислав Дорохович. Практично одразу за им спаборництво завершил могилевчанин Александр Маркович. И они стали переможцами у своих возрастовых категориях. Было очень интересно, очень крутая трасса. Было, конечно, тяжело иногда по песку ехать, но, в принципе, все удалось. И... А бег, беговая дистанция проходила очень легко, так я уже неоднократно на таких дистанциях выступал. Ну, в принципе, очень классная организация, очень интересно. Молодежь подстегивала сзади, вроде вижу молодой, но на беге, конечно, молодость убежала вперед. А так вообще классно, классная дорожка, красиво, интересно, технично, все классно. Давно мы соскучились по стартам, не было соревнований уже практически больше полугода. Последний старт у нас был осенью, все. Спаборницы по кросс-триатлоне Кубок Полесья прошли другий год запар. Сёлета аматорский турнир совместили с этапом Кубка Краины по триатлоне. Это значит, что все удельники отримали рейтинговые баллы и трапили в национальный список профильной федерации. Привлекаем любителей к нашему спорту, популяризируем. И мы очень рады, что они участвуют. Соответственно, для них это дополнительный. И у нас есть специальный такой зачет среди любителей. Кубок Белорусской федерации триатлона. Они получают очки. Соответственно, мы их задействуем и на наших этапах Беларуси по триатлону. Усім, кто завершил дистанцию, вручили малый памятный медаль финишора. Организаторы чекают, что в наступном году спортсменов будет значно больше. Вероника Гамдюкова, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель».